При удалении начинки шпинделя, то есть упорных подшипников, которые не дают продвинуться дальше шпинделю, и, собственно, всего блока шкивов внутри шпинделя, даже при относительно вибрирующем заднем шкиве, никакой вибрации на компьютере, на токарнике не наблюдается. Ну, такая петрушка. Случайным образом научного тыка поставил задний шкив практически идеально, без биения. Он тоже бьет на оси. Поэтому действительно это случайно выставлено, он не болтается. И станок фактически безлюфтово работает. Но какая-то все-таки вибрация, видно, на этом шкиву есть. Потому что звук вибрации, звук неравномерного вращения все-таки есть. Хотя втулки вот эти две у меня, передняя и задняя втулка, латунные или бронзовые, греются одинаково. Значит, трение в обоих втулках одинаково, конуса затянуты одинаково. Но то ли это от мотора идет вибрация, то ли это все-таки есть какое-то биение внутри передней бабки.